Не-не, отойди, отойди. Еще так. Отойди. Во. Все, ты пока там делайся, давай я и окна закрою. Сейчас будем с тобой РП будем делать. Надо, Федя, надо. Ладно, кто пока что дверь нам улучшит? Ему там дверь лучше. Да, да, дверь лучше. У Дима проводит дверь лучше уже. Все эти штуки. Или тебе помочь? Смотри. Я сделал небольшой опрос. Готов, как он готов отвечать? Так, что для тебя лучше? Сопротивление, альянс или отверженные? Затмение, затмение. Пс, затмение, если что. Хорошо, тогда еще один вопрос. Что бы ты выбрал, затмение или отверженное? Что тебе по душе? Хм, ну молодец, что еще сказать? Это не к нам гость. Хорошо, перейдем к следующему вопросу. Насколько давно ты живешь в том городе? Хорошо. Что ж, давай сыграем в одну интересную игру. Смотри, развяжи его. Смотри. Это будет тест на внимательность. Рассвязал. Давай, вставай, иди сюда. Давай, подходи к ней и смотри. Ты должен найти на этой игре число. Оно написано. Но где именно, не скажу. Трехзначное. Да, трехзначное, из трех цифр. Если найдешь его, скажи мне и назови его полностью. У тебя есть ровно минута на это. Давай, время пошло. Еще никто, если никто эту игру не проходил, может, станешь первым. Дам подсказку на бумажечке. На этой игре есть бумажечка, на ней написано. Так, у тебя осталось 30 секунд.
тебя осталось 3, 2, 1. Твой ответ? Ответ был, к сожалению, ты был близко, очень близко, но неправильно. Смотри, по твоей голове улицей или стой, по руке? Стой, сейчас, подожди, пускай он ответит на вопрос. Какие у нас сроки графики в игре? Максимальные, средние, низкие. Не, ну ты должен был увидеть. Ладно, хорошо. Как я каким-то глазом больше всего... Точнее, какой глаз ты больше всего напрягал в это время, когда я искал цифры? Левый, правый. Хорошо. Тогда мы сделали по два маленьких надреза на оба глаза. Андрей, ты будешь видеть намного лучше. Лучше видно. Видно что-нибудь. И не лучше. Тебе лучше видно? Нет. Сделано второй адрес, ему у него все равно плохо видно. Вот поглубже. А теперь как, лучше видно? Вот, хорошо, вылечили нашего пациента. Теперь под руку сопроводи его до двери. А хотя стой. Ну, пошли. Ой, кто-то у нас тут еще будет территорию отхватывать. Так, давай, сейчас, стой. Остановись, Остановись, ты же ничего не видишь, какой. Давай за мной, пошли, аккуратно. Вот, смотри, тут порог, запрыгни на него. Это дверь, это порог такой. Давай дальше, дальше проходи, тут просто порог. Подпрыгни, Давай. Ты сядь и иди. Нет, можно сделать, ты попытайся, попробуй. Давай. Ты лучше ж такой толстый-то, а? Давай, ты сможешь, я тебе верю, уже можно же, давай, ты... О! Все, пациент вылечен, ну молодцы. Упал он, нет? Слышь, он там живой? Ой, а там... Навайс. Ой, там Навайс. Привет. Это наш...